Футболисты карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол. Это жизнь» и это обзор 4-го сезона «Карьеры за игрока». Поехали! Вернемся немного еще и к 3-му сезону, ведь в конце 3-го сезона, 4 мая 2022 года, нам пришло предложение от Манчестер Сити перейти в их состав, ну и заплатили всего лишь горожане Ювентусу 33 миллиона 700 тысяч евро. Естественно, это было намного дешевле, чем мы стоили на самом деле. Мы отыграли весь 4-й сезон полноценно в Манчестер Сити, отыграли 58 матчей, забили 34 мяча и отдали 14 голевых передач. 13 раз были признаны лучшими игроками матча и 4 раза попадали в команду недели. На данный момент карьера вот в Манчестер Сити этот сезон был самым лучшим в нашей карьере. Ну и за весь сезон 2022-2023 мы отыграли 58 матчей, 34 гола мы забили, отдали 14 голевых передач. Завоевали Суперкубок Англии в начале нашего сезона в Сити и дошли до стадии 1/8 Лиги Чемпионов, где и вылетели от ПСЖ со счетом 1-0. Ну и вот такую карточку мы получили по итогам сезона, прокачались на 3 единицы. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами был Андрей и канал «Футбол. Это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.